Доброй ночи, друзья! Канал «Россия-2» и вместе с ним канал «Спорт-1» приглашают вас на финал Кубка «Либертадорес». Отправимся в замечательный город Бело-Оризонте, который является столицей штата Минас-Жерайс. Бело-Оризонте с португальского на русский язык переводится как «красивый горизонт». И поедем мы на родину таких серьезных металлических групп, как Sepultura и Soulfly. Хочется выиграть в четвертый раз Кубок Либертадорес. Ну, а теперь давайте к действующим лицам. Судейская бригада, ее возглавляет арбитр из Колумбии Уилмар Ролдан. Помогает ему Умберто Клавиха и Эдуардо Руис. Эмер Мачадо – это резервный четвертый арбитр. Сейчас давление на фланг. Тардели. Прострельная передача. Очень опасный момент. Жо и Бернард прыгали для того, чтобы замкнуть эту передачу. Очень хороший пас в исполнении Салгейра. Барейро! Удивительная расточительность парагвайского форварда. Человека, который запорол один из явных моментов первой матча, не попал буквально в пустые ворота с нескольких метров. Бетони. Импи. Даже обладая более техничным составом, Атлетико Минейро сегодня пока в атаке моменты рожает. А вот получает свои. Алехандро Сильва! И снова Виктор. Я думаю, что, может быть, Алмейда посчитал, что Барейро сегодня не помощник. Что касается Хуана Феррейры, то давайте посмотрим, сколько матчей он провел в Кубке Либертадорес. Только 5 в стартовом составе, а всего 12. И забил он, кстати, 4 мяча. Опасный момент! 1-0! Жо! Быстрый гол состоялся. Такой важный, нужный и, возможно, животворящий. Да, ошиблись футболисты Олимпии. Две грубейшие оплошности в собственной штрафной площади. Арасине, между прочим, несмотря в штрафную, подавал. И, возможно, этим смутил, во-первых, Питони, который промахнулся мимо мяча, а затем и упустившего Жо Массакотте с Мансуром. Итак, друзья, если вы не смотрите сначала этот матч, то вам очень важно знать, что если Атлетико Минейро побеждает за счетом 2-0, будет назначено дополнительное время. Если Атлетико Минейро побеждает со счетом 3-1, 4-2, 5-3, 6-4, то есть разница в 2 мяча, опять будет дополнительное время. Этого не делать. И очень опасный эпизод. Умберто Ревер. Кто же его-то опекает? Подача мимо кассы. Митчелл. Перекладина! Нарушение правил со стороны Росине. Победитель не забирает все, как поется в небезызвестном хите группы Абба. 1-0 это мало. Тардели. Витеса. Вот если бы мяч угодил в его партнера, который рядом находился, то тогда это можно было посчитать за повод назначить 11-метровый. Подача. Рональдиньо! Рикошет! И Мартин Сильва удар! И мимо Тардели! Питони. Хименес. Нет положения вне игры. Виктор! Ну, Феррейра! И вот так вот Минейрао играет за Атлетико Минейро. Сейчас все мог решить Феррейра этим голом. И Виктор ошибся очень грубо. Какая-то невидимая сила схватила Феррейро за ногу огромными клычищами и потянула его к земле. Не накрывают. А тем более сейчас, когда нужно просто прицелиться и попасть. Сколько раз Рональдини уже это делал? Почти вся команда в стенке. Тайм-аут!
Все на глазах арбитра, который был как раз спиной к Роналдиньо и внимательно глядел на то, что творят футболисты Олимпии. Повода для пенальти он не нашел. В общем, и я тоже. Александро. Жуниор Сезар. Подача. Ну нет, это выпрашивание пенальти откровенное со стороны Леонардо Сильвы. Нужно подниматься. Бернард. Мимо летит Варди Сильва. Гол! Сумасшедшая развязка основного времени. И это Леонардо Сильва. Центральный защитник Атлетико Минейро приходит на помощь этой команде в самый нужный момент. Поднялся. И пробил. Из-под Масакотте. Ну и Мартина Сильва здесь просто смяли. Не дали ему подобраться к мячу. Передачу оформил Бернард. Доигрались. Олимпия в меньшинстве. Просто сумасшествие. Нельзя спокойно смотреть на эти кадры и оставаться хладнокровным в этой ситуации. А теперь вспоминаем момент, который был у Феррейры. Когда перед ним маячили пустые ворота. А теперь маячит желтая карточка. Итак, дополнительное время в финале Кубка Либертадорес. Еще два тайма по 15 минут. 2-0 в пользу Атлетико Минейро. Жо и Леонардо Сильва отличились. Жуниор Сезар и, соответственно, опыливший Митчелл. Бернард навешивает. Перекладина! Это ревер! По очень тонкому льду ходит Олимпия. У меня есть ощущение, что не доиграют они до пенальти. Гильермо. Мартин Сильва. В одиночку уже сражается. Включившись во втором тайме. Гильермо! Александро и Миранда на угловой. Неужели дотерпит Олимпия до спасительной серии пенальти? Она может таковой для них стать. Жасуи. Мимо бьет Александр. Вот и все. Серия пенальти нас ждет, друзья, никуда не расходитесь. Надо сказать, что Кука помладше на 15 лет, чем Алмейда. Это раз. Во-вторых, Уго Эвер Алмейда перед этим матчем переходит в серию 11-метровых ударов. Эрминио Миранда устанавливает мяч на точке. Вот мы видим, таблички заготовлены для будущего победителя. Вот то самое свободное место, куда ее прикрутят в нужный момент. Эрминио Миранда против Виктора. Виктор в серии против Ньюэллс Олд Бойз отразил один удар, но самый важный. Очень плохо пробил Миранда. Виктор продолжает творить чудеса. Знаете, если бы как в хоккее вручался приз самому ценному игроку плей-офф, в случае победы Атлетико Минейро, я бы вручил его Виктору. Другое дело, что Виктор, обратите внимание, еще до удара вышел с линии ворот. И сделал шаг вперед, на что указал Мартин Сильва. Я бы, конечно, не сильно на них обращал внимание, но вы же понимаете, в такой ситуации мелочей не бывает.
очень долго выцеливает Александров. И попадает в угол. 1-0. Хуан Феррейра. Единственный номинальный форвард, оставшийся в составе Олимпии. Кому как не ему забивать. Тем более сейчас. В такой важной ситуации. Да, Виктор почти угадал. Гильермо забил в матче с Ньюэллсом. Забил он и сейчас. В матче с Ньюэллсом, кстати, забил Александра. И любопытно, что в поединке против аргентинцев в таком же порядке били пенальти футболисты Минейра. Первый бил Александра, второй бил Гильермо, третьим бил Жо, и вот он как раз не забил. Давайте посмотрим, случится ли это. А пока Салустиано Канди. Еще один центральный защитник устанавливает мяч. Мощно пробил Канди. Судя по всему, по центру и попал. 2-2. Действительно, Жо идет бить. Но дежавю не состоится. Четвертым бил против Ньюэллса Ришарлисон. Он сегодня дисквалифицирован. Пятым бил Рональдини. Но Жо тогда не забил. Что будет сейчас? Попадает Джо, и все они продолжают бить в один и тот же угол. Центральный полузащитник. Совершенно хладнокровен Виктор. Уверенно по центру бьет Аранда. Три-три в серии. Леонардо Сильва. Центральный защитник. Пора Мартину Сильве вручать свою команду. Выручить с пенальти Рональдиньо вряд ли получится. Все бьют в один и тот же угол. Влево от себя. И все попали. Если сейчас не забивает игрок Олимпии, Кубок Либертадорес достается Атлетико Минейро, главному фавориту этого турнира. Атлетико Минейро, который к четвертому туру групповой стадии уже обозначил выход в плей-офф, а после пятого выход в плей-офф с первого места. Матиас Хименес. Штанга и Кубок Либертадорес у Атлетико Минейро. Поздравим Рональдиньо и компанию. Рональдиньо бить не пришлось. Всем спасибо, кто досидел, дотерпел. Всем спасибо также моим коллегам и редактору трансляции Владимиру Елизарову в том числе. С вами был Александр Ниценко, друзья. Спасибо Кубку Либертадорес. Он остается на каналах ВГТРК. Пока!